вообще не думает, что у меня, у него флеш, он такой, блин, хоть бы он меня закрыл. Но я надеюсь, что это не так. Сколько входов в этот турик? Ну, это фриза вот, Final Freeze, да? 93 входа, 11 в призах, 465 тысяч долларов призовой собрали. Получается, да, призы такие, 111 тысяч за первое место, 85 за второе, 66 за третье, за восьмое 18. Ну, первое надо занимать, мне кажется. Естественно! Мы на этом канале учим зарабатывать покером, вот смотрите. Сидишь, полдишь, деньги в карман. Ну то пара есть, не самый плохой флоп. Всем доброй ночи, удачи, где спасибо, по деньги спас. Но здесь я не буду посвать. А, эту сдама, блин. При флоп мог сфолдить и с какой-то частотой фолжу. Ладно. Жестко, я бы не кол никогда, если считать по ICM, Глеб, это же пас в жопу ICM, ребята, ICM это вам рассказывают, вот это все там, ICM, никто из вас не знает, что такое ICM, но вы 100% слышали, что и по ICM. Вы не готовите удар, удар просто сам влет. Ну слушайте, мы же на первой играем, браслет нам нужен. Что вместо 30 тысяч? Да чё нам, ребят? Мы же на первую играем? На первую. Погнали? Я не буду выкидывать. Туз-дама, вперед. Сюда! Very impressive. Очень впечатляет. Я, кстати, думал туз-даму запушить самому, чтобы вот не колить лын от Влада. Не хочется, конечно. Тут особенно против пары, это прям совсем ужасно. Что там, кто там коммент начинал писать, типа, Глеб, сейчас вылетишь стэк весь. Стирайте и пишите, Глебас, я всегда за тебя. Я всегда в тебя верил. Я твой единственный, самый верный подписчик. Скинь, если выиграешь, сотку мне на аккаунт. Ну давайте, малыши, коротыши. Бой эффект. Пора в толкат сделать. О-о-о-о. Но он может выкинуть. Или у него две дамы, два туза. Узнаю. Выбрасывать не буду. Даже если у него два туза. Вряд ли два туза. Скорее всего, две дамы. Ебешка! Потому что две дамы мы бьем. Это с валет бьем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Снова там алын стоимостью там 1020, да, проиграли, наверное. Ну, ладно. У него может блеф или может десятка быть. Баке нормально? Нормально, устраивает. Я согласен с мнением, что покер это про жадность и страх. Покер это намного больше, чем жадность и страх. В игре важно правильно и быстро собрать необходимую информацию и проанализировать ее. Здесь учитывается каждая мелочь. Даже самый незначительный момент может сыграть большую роль в принятии решения. Ну чё, Динги Бринкер, сейчас полегче тебя будет колить.
Крутяк. Как мне не везет. Если мы эту раздачу выиграем, то будет легко дальше. Ну, не так сложно. Но здесь мы точно колить не можем. Четко. Смотрите, чтобы Влад в нас не поставил all-in, мы сами в него поставим all-in. Глеб, что ты делаешь? В жопу ICM. Дама король, говорят, хорошая. Е-бой! Та-дам! Наконец-то мы его одолели. Тем временем нас 5 человек, значит, что мы убираем сверху неудачника, который забрал 30 тысяч долларов, и оставляем только нормальных ребят. Так, ну, этого поколем, если он запушит. Пим-пим-пим-пим! Seven! Seven! Хорош! Я могу заколить и, если флеш доедет, запихать. Да, наверное, это норм вариант. Давайте как-то вот так я поставлю. Я сумасшедший. Мы не используем этот термин. А какое слово использовать? Шизоид! Сам понимаешь, я же не идиот. Здесь блефовать. Да? Да. По 200 бобов, чтобы поехать со флеш во флеш. Нормальная тема. Лоб хороший. Все нормально. Надо колить. 38 не обязательно открытие, но в принципе какая разница. Кулер, кулерок, надеюсь. Давайте вообще, блин, ну, пуш, по идее, понятно, что нормально, но я, наверное, чекол сыграю. Хотя нет, с моими блокерами это не очень. Блин. Все нормально, давайте по рандомайзеру. Чек. Ну, может быть, он вообще не думает, что у меня, у него флеш, он такой, блин, хоть бы он меня закрыл. Но я надеюсь, что это не так. Покер — это не просто игра. Покер — это настоящее искусство. Нет! Как хотел! Нормал, нормал. Блин, это 5-й браслет в куба! Да! Нормал, это прям... Ну, изи. Изи, конечно, было. Турнир легкий, вчера тоже легко было в НЛ 5К. Я не знаю, ребят, ну, прошел покер, получается, что делать дальше?